Друзья, сегодня у меня на столе изделия немецкой компании Artina SKS, изделия из олова, 95% качественного олова, которое только такое использует фирма SKS, Artina SKS. Значит, его еще называют пищевым, поскольку оно не обладает ни запахом, ни вкусом. Все изделия делаются вручную, мастера, работающие в этой фирме, все практически потомственные, то есть свое мастерство они совершенствовали долгие годы, оно переходило к ним от их предков. Вот, и поэтому вот такие вот изделия получаются, которые, в общем-то, с самого начала обладают статусом чуть ли не антиквариата. Ну вот настолько они четко, красиво, тонко сделаны. Ну, в данном случае эта стопка посвящена созвездию Скорпиона, людям, родившимся под этим созвездием. То есть можно преподнести в подарок вот эту вот стопочку. Объем ее 100 мл. Надо сказать, что олово такого качества достаточно капризный материал, поэтому мыть ее в каких-то агрессивных моющих средствах или посудомоечных машинах не стоит. Достаточно просто теплой воды и мягкой шерстяной ткани. И будет поддерживать ее в таком вот замечательном состоянии. Значит, ассортимент, выпускаемый фирмой Artina SKS, огромен, и будет он постепенно расширяться в магазине «Купи сувенир», поэтому вы можете иметь возможность заходить в соответствующий раздел, смотреть и приобретать оловянную качественную посуду от немецкой компании Artina SKS. Спасибо.